Белграде прошел благотворительный забег Санта-Клаусов. Почти 2000 человек вышли на улицы сербской столицы в традиционных красно-белых костюмах с окладистой бородой. Все вырученные от мероприятия средства будут перечислены в благотворительный фонд. На интернет-аукционе была продана рождественская открытка 1963 года, подписанная участниками легендарной группы «Битлз». Карточка была адресована основательнице фан-клуба «Ливерпульской четверки» и представляет собой настоящую редкость. В Москве состоялась премьера картины оскароносного режиссера Алехандро Иньярриту «Выживший». Оценить один из самых ожидаемых фильмов года пришли Александра Бортич, Ингрид Олеринская, Виктор Дробыш и другие. Каждый год в канун Рождества Том Круз выступает в роли Санты для коллеги по фильму «Интервью с вампиром» актрисы Кирстен Данст. Со времен съемок прошло уже 20 лет, но Кирстен по-прежнему радуется, получив от Круза рождественский подарок – ее любимый торт. По словам актрисы, долго сладкий презент не залеживается, его съедают в тот же день.